Всем привет. За год существования программы «Спорт для всех» у нас во главе угла были самые разные столы, спортивные, естественно. Это и армрестлинг, и настольный теннис. И вот, наконец, мы добрались до бильярда. Итак, главная тема этой программы – командный кубок области по бильярдному спорту. И обсуждаем мы эту тему довольно не спеша и непринужденно, потому что сейчас за нашими спинами продолжаются матчи кубка, и, безусловно, бильярд предполагает определенный этикет. Обо всем этом в течение всей передачи. И помните, тишина должна быть в бильярдном зале. Поехали. На сей раз соревнования в памяти основателя калининградского отделения общества «Динамо» посетили гости из Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, традиционные участники – литовцы и сменившие поляков – эстонцы. Турнир привыкает прежде всего, потому что мы каждый год приезжаем, и это уже наши друзья, как семья, а не к нам и к ним. А уровень нам, есть всякие команды, и это детский волейбол. Они могут сыграть одну игру, вторую не сыграть. У девушек, как и ожидалось, питерские волейболистки оказались на первой ступеньке пьедестала. Зато на второй и третьей строчке команды из калининградской спортшколы номер 10. У юношей история схожая, но только по количеству призовых мест. Силы оказались равными. Почти все матчи игрались по три партии, то есть в равной борьбе. В итоге первое и второе место в мужском разряде заняли калининградцы, которым, кстати, уже в скором времени предстояло ехать на окружное первенство. Закрыли тройку призеров литовцы. Еще одна команда старших юношей 99-го года рождения отправляется в город Пензу на престижный международный турнир «Локо-воли». Впервые калининградская команда будет участвовать в этом турнире. Не меньшие страсти кипели и в финале региональной спартакиады муниципальных образований, где волейбол, кажется, занимает особое место. Из 6 десятков команд в решающий этап попала только восьмерка, разыгравшая в малом зале Дворца спорта «Янтарный» серию эмоциональных встреч. Что интересно, регламент этих соревнований предполагает тотальный патриотизм. Играть за сборные своих городов могут только прописанные там люди, то есть никаких замен или усилений из, скажем, Калининграда. Отрадно заметить, что в этом году очень сильно омолодились все команды. Мы видим игроков на местах, которые на самом деле занимается с тренером, на самом деле и технически, и тактически проявляют грамотность. Сборная «Балтийска», по словам старожилов, впервые за многие годы вновь собрала не только игровой состав, но и достойную скамейку запасных. А главное – вагон и маленькую тележку мотивации. Да, принципиальное значение, потому что мы очень много лет уже, мы когда-то давно занимали первое место. И пошел такой период, что у нас второе, третье, шестое в этом году были. Поэтому мы хотели в этом году немножко вернуться и занять свое место, которое мы должны занимать. Сильнейшей в итоге стала команда «Багратионовска». Балтийцы вторые, а третьими финишировали гусевцы. Завершить спартакиаду муниципалитетов по традиции «Гиревой спорт». Ну что ж, мы по-прежнему на командном кубке области, но я предлагаю ненадолго покинуть соревнования и поговорить о бильярде в целом, в общем, в области. Итак, где сейчас у нас в регионе на карте нанесены бильярдные столы? Марина Буянкина, главный судья соревнований, четырехкратная чемпионка Калининградской области по бильярдному спорту. На самом деле практически во всех клубах, во всех городах Калининградской области есть бильярдные клубы. Один из самых больших областных клубов, если брать по области, это, пожалуй, в городе Гвардейске. 7 столов прекрасного качества, замечательных, там же занимаются дети. Также клубы есть и в Зеленоградске, очень хорошие клубы бильярдные есть в Гусеве, в Черняховске. Можно назвать много городов, практически во всех городах есть столы. Но если выделить несколько городов, которые, условно говоря, можно назвать кузницей кадров? Ну, наверное, это будет все-таки Гвардейское. Наибольшее количество чемпионов, спортсменов, разрядников, если брать по области, пришли из Гвардейска. И теперь, что касается детского бильярда, есть тут и своя специфика. Но давайте сначала поговорим о звездах, которые сегодня у нас есть. Ну, пока еще звездочки. Ну, конечно, маленькие звездочки есть и среди юношей, и среди девушек. Самая яркая звездочка, конечно, это наша 14-летняя Арина Борчинскас, которая стала призеркой уже многократных российских соревнований. Она стала чемпионкой России среди девушек до 16 лет. Причем чемпионкой России она стала уже в 12 лет. На следующий год, когда ей исполнилось 13 лет, она подтвердила звание сильнейших и стала третьей в России.
Среди юношей, пожалуй, хочется выделить двоих спортсменов. Это Клименко Даниил, 12-летний, самый юный юниор сегодня у нас. Уже участник многих российских международных соревнований, призер областных детских соревнований. И Чирков Александр, 17 лет. Он призер взрослых областных соревнований и участник многих российских турниров. И в чем специфика воспитания именно юных бильярдистов? Насколько это сложно? Какая здесь своя есть история? Конечно же, сложно. Начиная с первого дня, как только ребята зашли в бильярдную. Ведь это не только тренировка, это образ жизни. Бильярд – это образ жизни. Учишь их всему, как правильно себя вести. Учишь не только спортивному мастерству, но прежде всего оставаться человеком, умение общаться с другими. Тренера часто становятся вторыми родителями для своих учеников. Я сейчас еще про что. Многие, возможно, услышат, что в 12 лет можно стать КМСом или МС. Думаю, что, наверное, это так легко. Это нелегко. Это 7-8 часов в день тренировки. На самом деле нормативы в бильярде очень жесткие, и звание кандидата в мастера спорта присваивается только с 14 лет. А мастера спорта, к сожалению, можно получить с 16 лет. Известно много случаев, когда ребята становились чемпионами России, но в силу своего возраста они не могли получить это спортивное звание. А тренироваться, конечно же, сложно. Вот попробуйте в 12 лет по 6-7 часов в день тренироваться, ведь не каждый это сможет. И тогда небольшой совет тем, кто хочет, возможно, пойти в бильярд сейчас или хочет отдать своих детей, куда им направить свои стопы. Отделение детской юношеской спортивной школы у нас есть в 3 городах. У нас есть в Гвардейске, у нас есть в Гусеве и в Краснознаменске. Спасибо большое. Занимайтесь бильярдом, путешествуйте по России. Кубок наций. Уже по названию можно догадаться, что турнир международный. А вот команды были в этот раз исключительно российские. Никто из соседей приехать не смог. Но специфика нашего региона такова, что именно игры с командами из большой России – настоящая редкость. Особенно учитывая, что команды приехали отличные. «Орбита» из Москвы свою первую встречу провела с «Янтарной звездой 2». И надо признать, наши парни уступали им по всем статьям. И техника, и сыгранность, и физические данные. Фавориты, конечно, это московская «Орбита». Потому что московский чемпионат, чемпионат Московской области, он намного сильнее, конечно, чем наше там большое количество команд. У них большое количество выбора среди детей. Нельзя не отметить и еще один момент. Гости из столицы почти все 2002 года рождения. Калининградцы по большей части на год моложе. А в этом возрасте весьма существенная деталь. Красавцы, пацаны! Поехали, смены! В целом, за весь матч ворота «Янтарной звезды 2» были поражены 19 раз. Сами же звезды счет размочить так и не смогли. Такое поражение – это всегда удар. Особенно для голкипера, особенно юного голкипера. Можно было и лучше отыграть мне. После первой шайбы у меня уже был мандраж и поплыл уже после первого периода. Ты сильно расстроился? Да. Расстроился очень сильно, но эмоции все равно на высоте. Еще одни гости – «Лавина», Краснодар. Хотя в составе не только краснодарцы. Перед турниром команду усилили рядом игроков из питерских бульдогов. И, надо сказать, сработало. Их дебют на калининградской земле против светлогорцев завершился со счетом 7-2. А по итогам всего турнира у них заслуженное серебро. На третьей ступеньке пьедестала светлогорец, затем «Янтарная звезда 1», «Янтарная звезда 2» и «Феникс». И от начинающих к ветеранам движения. В Калининграде стартовали игры регионального этапа ночной хоккейной лиги возрастной категории старше 40 лет. Врачи, таможенники, рекламные агенты, руководители предприятий, тренера и всех их объединяет любовь к хоккею. И конкретно в этом случае ночная хоккейная лига. Созданная специально для любителей, но по образу и подобию лиг профессиональных. Хоккей сейчас в тренде. Что говорить, в голоматче ночной лиги принимал участие лично президент страны. В калининградском этапе за победу бьются 7 команд. Это только в возрастной категории 40+. Хотя есть у нас и Светлогорский лед, и уже во многих, в некоторых городах области есть катки. Но нам все равно не хватает. Команд много, желающих много. Хоккей потихоньку развивается. Стоит отдельно упомянуть об Игоре Савельеве. По итогам финала 4-го всероссийского фестиваля среди любительских команд он завоевал индивидуальный приз. С чем, собственно, и был поздравлен перед началом регионального этапа. И награда нашла своего героя. Эмоции всегда положительные, независимо от того, лучше ты или худший. То есть ночная лига для любителей, для тех, кто работает, водители, шоферы, шахтеры и так далее. Самые положительные эмоции.
Матчем открытия стала встреча Запада, России и Балтики. Обе команды уже со своей историей, но фаворитом явно был Запад. Об этом говорит и статистика, и то, что они уже были чемпионами регионального этапа, и первый период, что завершился со счетом 4-0. И хотелось бы сказать, что дальше игра удивила, но нет. Второй и третий периоды были очень похожи на первый, но продолжение следует. Еще и в категории 18+. Продолжаем погружение в тематику бильярда и пообщаемся с судьей соревнований о принципах и главных правилах русского бильярда. Итак, Олег, вкратце, собственно, как русский бильярд, я так понимаю, разделяется на три подвида, и для обывателя совершенно непонятно, в чем, собственно, отличие. Олег Ким, судья соревнований, многократный чемпион Калининградской области по бильярдному спорту. Да. На сегодняшний день мы играем три разновидности игры, если говорить про свободную пирамиду. Раньше она называлась американка. Ну, в народе также бытует вот это название. Значит, свободная пирамида, она играется всеми шарами. То есть по прицельному шару можно забивать, по прицельному можно забивать также и биток. Значит, следующая игра у нас играется комбинированная пирамида. А в народе, среди игроков, она бытует как москвичка или же сибирка ее еще называют. В общем, там играется одним шаром красным. Забиваются все шары, прицельные и биток также. Значит, третья игра у нас играется это классическая пирамида. В народе бытует она как под названием русская пирамида. Там интерес в том, что надо забивать только прицельных шаров и по очкам. 71 очко, набрав игрок 71 очко, делает партию. Откуда такой интерес именно к русскому бильярду? Есть, я, например, знаю, есть такая игра еще снукер, но она в России, видимо, особо не приживается. То есть почему, в чем интерес, красота русского бильярда, или он вообще в мире один и, возможно, превалирует над остальными видами? Ну, русский бильярд – это естественно, что мы в России живем. Русский бильярд – больше популяции, больше игроков. Но русский бильярд отличается. Ну, вообще, если мне касается, я тоже как бы играю в бильярд давно, и мне весь бильярд вообще в общем нравится. То есть американский, и английский тоже. Но русский чем красив? Тем, что здесь можно забивать и как прицельных шаров, так же и битков, в общем. Как бы называя свояка шара. Свояк шар – это очень, очень интересно. У него движение на столе, в общем, против всех законов физики. Очень интересен он, этот свой шар. Если вы захотели разобраться во всех премудростях бильярда и понять, собственно, отличие трех видов русского бильярда, то вам непременно стоит приходить и заниматься этим красивым видом спорта. Вес взят. Услышать эти заветные слова пожелала более полусотни участников регионального чемпионата и первенства по тяжелой атлетике, проходившего, как и всегда, в Калининградской спортшколе на улице Потемкина. Атлетика тяжелая, путешествия гарантированные. Из лучших участников этого турнира сформируют команду, которая в декабре ехать во Франкфурт на Одере. Как правило, конец ноября, начало декабря, я сам в свое время ребенком туда еще ездил. У нас сложились хорошие традиции. Это международный турнир, где представлены команды из 10 стран. Для наших ребят это очень важно, обмен опытом. Чемпионат и первенство области отметился рекордом. Впервые сразу 11 представительниц, оказывается, отнюдь не слабого пола, вышли посоревноваться со штангой. В том числе и усилиями нового отделения тяжелой атлетики, отныне функционирующего в спортивном комплексе Зеленоградска. Это полгода, там занимается год. Там из самых младших, там Юдович Дарья у нас 11 лет, неплохой, второй юношеский разряд. Ну и взрослых, Шинтикова Евгения, она уже там под второй взрослый. О сотнях килограммов для большинства участников этого турнира речи не идет. Многие здесь только начинают свое нелегкое восхождение на Олимп. Штангу на Эверест, к слову, уже вознесли. Так что у этих ребят есть выбор, с кого брать пример. С героев новостей или своих близких. Мой отец, к примеру, он для меня самый большой кумир. Он просто мне полный пример. Я ему только и готов подождать, что... Напоследок еще несколько вестей из стана тяжелоатлетов. У Калининградской спортшколы по силовым видам спорта будет новый директор. Количество помостов в этом здании увеличится в 2 раза. Так что мы вправе ожидать еще и качественных изменений, потому как богатырями отечество наше издревле славится.
Существует несколько мифов о том, что гольф, парусный спорт или бильярд – это виды спорта исключительно для избранных, только для богачей, для графов и так далее. Но мы в очередной раз сейчас постараемся этот миф развеять, потому что, наверное, если ты маленький ребенок, то у тебя есть все шансы заняться этим видом спорта вне зависимости от социального положения твоих родителей. И хотелось бы узнать у вас, так ли это, если ребенок совсем маленький и хочет заниматься бильярдом, что ему нужно для этого? Никита Гончаров, мастер спорта России по бильярдному спорту. Но мне кажется, из всего того, что вы перечислили, наверное, самый общедоступный вид спорта – это как раз и будет бильярд. Потому что если гольф или там парусный спорт нужны, скажем так, сразу капитальные вложения, то в бильярд достаточно просто прийти и там, взять стол себе и как-то начать хотя бы тренироваться, что-то почитать там, в интернете, видео посмотреть. Есть хорошие видеоуроки, как вообще, ну, подход ко всему. Были ли когда-нибудь мысли о том, что хочу бросить, скучно, надоело, или все, вот бильярд и остальной мир спорта для вас, он, скажем, уже в стороне остался? Конечно, когда начал учебу, пошла уже сложно, когда работа, времени, к сожалению, не остается на бильярд, но это, скажем так, не такой вид спорта, где если ты там, ну, не, конечно, чтобы достигать каких-то высоких результатов, надо каждый день этим заниматься, но если ты, ну, достиг какого-то уровня, то не обязательно каждый день, да, и даже если там получается сейчас раз в недельку поиграть, но все равно уровень остается, как бы, и достаточно для того, чтобы приходить там играть на соревнованиях, по крайней мере, на областных. Ну и вот признанный чемпион всегда расскажет вам о том, как на самом деле обстоят дела в бильярде, и что это действительно спорт не для избранных, а для тех, кто выбирает для себя вот такой вот элегантный вид спорта. Очень разностороннее единоборство. В Калининграде провели чемпионат области по спортивному и боевому самбо. И проходил он в день подразделений спецназа. А самбо их сотрудниками активно используется и по сей день. Правда, слегка отличаются правила, но в общем суть та же. Примерно 10 человек у нас готовится. Сегодня выступал у нас боец спецподразделения СОБР. Он занял первое место в весовой категории свыше 90 килограммов. Ну и так ребята, в принципе, выступают и на наших соревнованиях, и на своих, и в ОВД, и в ОСБ. Знакомьтесь, Улви Шеренли. Он переживает. Тихонько нашептывает. Ты сможешь, ты сможешь. Через пару минут у него финальный поединок. Тогда к нему и вернемся. А пока... Этот чемпионат можно смело называть самым массовым за последние лет 15. Так, в боевом самбо во многих категориях раньше было человек по 5, по 6, а теперь 15-20. Вдобавок к этому хватало сюрпризов, самых разных. Многие поменяли весовые категории, потому что некоторые, которые боролись в 74, некоторые сейчас даже борются в 90, некоторые боролись там в 62, так и, как считаю, сейчас 74 борются. И в этой новой весовой категории не знаешь, что от них ожидать. Некоторые, перешедшие из 74 килограммов в 90, это Арсен Семян. Мастер спорта, неоднократно чемпион и призер окружных стартов, признается. Изначально хотел перейти в 82 килограмма, но как-то вот не смог вовремя остановиться. Теперь привыкает к новой категории. И у него это получается. 4 схватки, 4 победы, причем все одержаны досрочно. Стоит отметить, имея отличный результат в спортивном самбо, в боевом Арсен пока не выступал. И, видимо, ключевое здесь слово «пока». Я, кстати, вот сегодня разговаривал там с друзьями, посмотрел 90 килограмм боевое. Я такой, он мне сказал, что, возможно, на следующий соревнование попробую. Каждый во время службы в армии вспоминает о своем. Улви Шеренли мечтал вернуться на тренировки. Вице-чемпион мира по боевому самбо 2011 года больше 7 месяцев не выходил на ковер. Только в четверг он полностью рассчитался со всеми долгами перед Родиной. И вот свисток, финал. Противник тоже серьезный, Нарек Багян. Уже не только выступает, но и тренирует сам. И все же 8-0, что по новым правилам победа Шеренли ввиду явного преимущества. Вот, ну, тренировался там, как мог, там, вот, турники, брусья, бой с тени, вот, и сейчас, дай бог, вернулся, и думаю, с понедельника уже начать пахать, дальше в вершину побеждать. А скоро, в середине ноября, в этом же зале отметят день самбо, по сути, день рождения единоборств, что, соответственно, большой праздник для всех, кто любит и уважает эту борьбу. И в продолжение темы. Тайский бокс на калининградской земле. В спорткомплексе Пионерского прошел Кубок области по этому виду единоборства. Спортсмены из Калининграда, Светлого, Гусева и, понятное дело, Пионерск. Всего где-то под сотню бойцов. Но на этот раз поговорим конкретно об очень юных спортсменах. Пожалуй, самое сложное в детском тайском боксе – это приучить юных спортсменов обороняться. Про защиту большинство из них забывает и просто атакует.
Не стоит при этом забывать, что и правила у юных спортсменов менее жесткие. Запрещены некоторые приемы. Так нельзя бить локтями и коленями в голову. Вдобавок, выход на ринг возможен только если ребенок полностью экипирован. Некоторых участников за всей амуницией почти не видно. Обязательно это жилет. Вот, то есть защита на голень, защита на локти, шлем, капа. Также у них по раундам, то есть они работают одну минуту, то есть перерыв 40 секунд. По итогам всего турнира команда Гусева заняла второе общекомандное место. И причем в основном это заслуга девушек. 5 золотых медалей. На первой же ступеньке пьедестала сборная пионерского. Но далеко не только областными соревнованиями живет калининградский тайский бокс. Нередко наши спортсмены выезжают за границу и в большую Россию. И что очень важно, не просто выезжают, еще и побеждают. Ну, у нас буквально каждую неделю мы куда-то выезжали. Буквально в понедельник мы вернулись с Кубка Санкт-Петербурга. Ездило у нас 6 человек, 4 первых, 2 вторых. Кроме того, наши тайцы отправились в Ригу на клубный чемпионат мира. Ну что ж, мы можем уже подвести итоги кубка. И на первой строчке у нас Гончаров Владимир, Гончаров Никита и Олег Ким. Серебро досталось, все ходы записаны. Сейчас посмотрим. Григорьев Роман, Калашников Илья и Матвиенков Андрей. И бронза, третье место у нас Сербун Антон и Александр Черков старший и Александр Черков младший. Сын и отец. И вот с ними мы пообщаемся и зададим одни и те же вопросы, но, надеюсь, слышим разные ответы. Итак, Александр, первый вопрос. Кто из вас, по вашему мнению, лучший бильярдист, вы или отец? Александр Черков-младший, участник командного кубка Калининградской области по бильярдному спорту. Ну, по моему мнению, я думаю, что я. Ну, а папа, наверное, думает, что он сильнее. Александр Черков-старший, участник командного кубка Калининградской области по бильярдному спорту. Честно говоря, вот в игру, в которую он играл, он сильнее меня играет на данный момент. Как бы он тренируется, вот. Но в другие игры я бы поспорил с ним. Кто, на ваш взгляд, больше тренируется и чаще тренируется? Ну, чаще тренируюсь я. Тренируюсь по 6 часов каждый день. Кто из вас чаще ходит на тренировки? Он. У меня работа, у меня это хобби, больше удовольствия получаю от бильярда. Часто на разных соревнованиях пересекаетесь и оказываетесь, возможно, даже в финале. Вот каково сыну играть с родным отцом против родного отца? Ну, это всегда, когда мы с ним встречаемся, это, ну, неприятно. Как бы мы не хотим вместе встречаться, так как, ну, мы все-таки из одной семьи, и нам хочется, чтобы каждый играл, ну, там, с разными соперниками. Но когда встречаемся, мы это играем так, как надо. Все-таки соревнования, ответственность, все это. Тяжело играть, но пока на данный момент, так как он растет, ну, я считаю, в бильярде, я даю ему... Ну, чтобы он выиграл и проходил, и дальше получал опыта вот уже в финальной части игр. Поэтому я как бы не стремлюсь его выиграть. А не переживайте, что, возможно, это, наоборот, его немножко расхолаживает? Нет, я с ним разговариваю и как бы напутствую, даю на игру, потому что соперники сильные дальше. Чем глубже в турнир уходишь, тем сильнее соперники. Соответственно, надо на них настраиваться, и ты получаешь большой опыт в игре. Как бы. И я уже получил. Вот, ему дорога. Подведем итог. Вне зависимости от ответов, самое главное, что мы видим яркий пример, когда сын идет по стопам отца. Хороший пример есть хороший пример. Свыше 200 атлетов и две дисциплины. Кто-то соревнуется в двоеборье, кто-то в троеборье, согласно возрасту. Все вместе – открытое первенство Калининградской области, в котором с удовольствием выступают не только местные адепты пентатлона, но и давние партнеры из Польши. Это очень интересный комплексный спорт. 5 видов. Я попробовал, мне понравилось. Для большинства ребят это, считай, первый экзамен, поэтому пока важна динамика, скоростные показатели и тактическая выучка появится позже. Хотя уже сейчас видно, кто как проходит дистанцию. Можно убежать сразу, но потом растерять лидерство. А можно заготовить финишный спурт и заинтересовать специалистов уже с первого старта. У них опыта, естественно, очень мало, поэтому они еще не умеют рассчитать свои силы. А ребята постарше уже это делать умеют. У старших, у пятиборцев, у них дистанция 4 по 800 метров. И перемежается она со стрельбой. Эта дистанция называется комбайн.
От мала до велика второй год подряд собирает региональный фестиваль плавания, в котором участвуют и новички, и ветераны. Плавание вообще считается одним из самых популярных занятий в Калининградской области, где водоемов не счесть от моря до антропогенных сооружений. Цифра уже такая весомая, 15 тысяч, но хотелось бы, чтобы еще через 5 лет она удвоилась. Для этого делается очень много. Буквально за последние 2 года у нас численность бассейнов 27 до 32 выросла, то есть 5 бассейнов ввели, включая школу общеобразовательные, комплекс культурно-оздоровительные, Зеленоградский, начато проектирование наконец-то 50-метрового бассейна в парке Южный. Пометуя о массовости, не забывает развиваться и профессиональный сегмент. С успехом организовав всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде, появились силы и на классику. Федерация плавания Калининградской области сделала заявку на 16-й год о проведении в Калининграде первенства северо-запада по плаванию. Это впервые будут проходить такие соревнования. Надеемся, что нам доверят такое право. Вторым бассейном дня стал 25-метровый в спорткомплексе на улице Горького. Общее количество участников фестиваля в итоге перевалило за 500. И это только в 2 ваннах. А если задействуют весь резерв? Подошел к концу командный кубок Калининградской области по бильярдному спорту, как и наша передача также завершается. И мы ловим себя на мысли в очередной раз, что нет ничего конечного. Только что турнир завершен, а тренировки, какие-то матчевые встречи продолжаются. Бильярдный клуб продолжает жить своей жизнью. В очередной раз подтверждая другой постулат о том, что бильярд, как и наша передача, он для всех. Ну, разве что не для ленивых, потому что это трудный вид спорта. И хочется добавить, что тренировки по 7, по 8 часов в день для тех, кто хочет добиться каких-то вершин, это не нечто уникальное, это норма вещей. А так, это был последний официальный взрослый старт в этом году, и в конце ноября будет еще один детский турнир в Гвардейске. Если вы заинтересовались этой тематикой, и просто вам захотелось посмотреть на настоящий бильярд среди спортсменов, или, может быть, записать свое маленькое чадо на этот вид спорта, то, пожалуйста, милости просим. Ну и по традиции завершения нашей передачи мы призываем вас. Занимайтесь спортом, господа и дамы. Физкульт, пока.